answers we now seek cannot be found in books. Our individual journeys must now become linked to the looming battle of our world's salvation. The journey will begin at the Island of Dawn, a mysterious new addition to our maps. Long ago, when the Titans, Arun and Shara, fell asleep, they dreamed our world into existence. A world where races have finally come together as one, to forge a new alliance of equals, to turn back the coming tide of destruction, and stand against enemies who would turn their dream into a nightmare. When the island first arose, we arrived as explorers to discover and to understand. We discovered only death. Now, the best and brightest are arriving on the Island of Dawn, and your journey has led you here to help us make our stand. Our enemies thrive on brutality. They will never stop. But here, on the Island of Dawn, we will rise again and turn the darkness back into light. Персонажа. Заставочка. Дерево жизни. Своеобразное такое. Ну, что так долго? Подтормаживает немного. Это из-за фропсов. Так, выбор расы. Человек. Кастаник какой-то. Амон.
Видим, как текстуры подгружаются. Вот он. Какой. Зайчики. Ух ты. Вообще. 18+. Барака. Барака Обама. Ёпта. Ну и куда ж без эльфов. Вон. Так, что у нас с эльфами? No questions, the skills, but some questions, the heads. Ничего не понятно. Ну, играть даже непонятно никого. За няшечек, что ли? Keep nature, по поле. Не написано. Кто не по классам. Ладно, эльфинка, чё? Попса, ёпта. Вот у нас и класс. О-о-о. Плохо, что поворачивать нельзя. Как у них все шевелится, а? Это вам не хухры-мухры волоские. Вот, с двуручничком побегать можно будет. Берсеркер. Босс ДПС. Ranged Close Armor. Да, армор. Арчер. Лучник. Лучница, ёпки. Возьмем-ка мы магичку, или не будем, или будем магичка. Если так подумать, то ну таргет система. Ага, тут еще есть такая штучка, как player skill required. То есть у кого руки заточены под что? Не, ну на это можно смотреть часами. Ладно. Мистик. Суппортер. Защита. Ладно. Начнем. Так, пресетс. Вот это да. Ладно. Называется, сделай себе тетеньку мечты. На лицо почти все одинаковые. Почему красного нет, да, сволочи? Я люблю красный. Так, лицо. Вроде устраивает. Адурманс какие-то, что-то такое вообще. Тени. Пофиг. Слоухая принцесса, ёпта. Удалять и приближать колесико мышки можно. О, вот это нарядик. Да, пожалуй.
останемся. Войс, голос. Наиболее страстный. Так, вводим имя. Так, что у нас будет? Андриэль, как обычно. Окай. Даже свободно. Финиш. Сейчас пошла подгрузка локации, судя по всему. Ага. Локации еще не будет. Мы нажмем play. Ух ты, можно с контроллера играть. Контроллера нету. Как видим, арты очень красивые. Стильные. Достаточно высокий уровень. Эх, новая вселенная. Новая ММО. ММО-РПГ даже. И первая в моей жизни нон-таргет-система. Народу предостаточно. Вроде ничего не лагает при таком количестве. В движении прыжки нельзя. Правая кнопка мыши. Карбу. Таб. Доступно здесь. Ремонт и да. Что у нас еще? Какая-то копилка. Интересно сделано. Показывает, кто именно, кому нужно сдать. F to talk. When your dreams speak to you, listen. Персонаж разлучен. Лучше звуч. I'm getting to you. Продесался. Да, конечно. Мне все понятно.
Keep your soul pure. Look at this bitch, Andrei. Not my fault. Не убивайте меня. Я хороший мишка. Их тут вообще. Одежды для волшебниц. Давайте-ка посмотрим. Ага, ты счастлив, ты счастливчик. Возьми это и приметка. Профессия.
Ничего скрафтить мы не можем. Ну да ладно. Экшн, где экшн? Где можно? Ну вот, туран, автоматика. Так, что это за... Я засада такая. Почему не могу убежать? Теперь ты выглядишь маленько. Доложу тебе детальки. Действительно. Все, можно было дальше. Take your jaws off the floor, boys. If you don't like it, leave. Got it. Become one with your weapon. Find the cave entrance. Вот, ну, ворота открыты, можно продолжать наше путешествие. У нас будет скоро мочилово. Мост сломали.
короче. Посмотрим, что у нас есть. Видите, как текстуры меняют? Раз. Ну. Ну. Не хочет прорисовывать. О. Да, косяки. Видны. Так, огонь. Это шатается. Фонарь забывает. А, он на месте остается. Косячок, косячок. Так, посмотрим, что у нас тут. Вода смотрится нереалистично. Ну что это такое? Это не водопад, не... Так. Красными точками изображены враги. 60. Судя по всему, наши снаряды не достают. Ну что, прибыли. И это не рук. Да, открыли наши воды нельзя. Лестница F. Взаимодействие с лестницей. Вымыли. Нифига себе. Плохо. А это проводка. Стамина. Увеличим количество жизни. Полностью. Не ПВП. Ладно. Пошли дальше. Ой, не спала, бедная. Красная гнишка. Секси. Кайфули. Давай. Стоите тут. Можете домой защитить, ёпта. Ага, они стоят и смотрят снизу вверх. Все понятно. Проказники. Ох, первые зомбяки. Ну что, потренируемся? Вверх. Заморозка. Приноровиться. Вот. Давай привыкнуть. Как они были сложноваты. Четверочку. Опа. Опа. Как-то она по параболе летит. Ну-ка заценим сейчас. Лут, что насчет лута. Крит. Так, прошел. Вот тут еще есть. Непонятно где. Ладно, побежим дальше. Да, с текстурами проблемы. Дизайн.
Time to take action. Time to take action. Какой? Какой? Страстный мужчина. Немножко спецэффектов не хватает. Освободили. Давай-ка. Озвучки нету. Это типа мой отряд. Отлично, чё. О, какой дядька. Кумас демон. Thank you.
forces on the island of Dawn were wiped out, and Elyon, the expedition leader, is missing in action. Elyon is one of Velkion's greatest heroes, so the Federation's high command planned a search. But Samael, commander of the forces in Velika, urged caution. The Federation can't spare troops with so many battles raging on the Argon front. Elyon's brother, Leander, demanded action and set out for the island of Dawn. Samael offered some help. Young recruits to search for Elyon and explore the island of Dawn as they train for battle. Inspired by Elyon's heroism and eager to do your part, you were one of the first to volunteer. Так, ладно, пора заканчивать. Думаю, будет вторая часть попозже. А для первой, в принципе, достаточно. Общее впечатление. Специфическая игра очень. Трудно сказать. Весь цимус на хай-энде. There it is! The island of Dawn! Now we'll see some action! Patience, recruit. Whatever's on that island wiped out the first expedition. It's a graveyard for the arrogant. Ha! A graveyard for anyone who dares to cross swords with me, maybe? Who's with me? Count me in. On the day I heard about a mysterious island rising out of the sea, I dreamed I'd see it for myself. Then you need more ambitious dreams, my friend. Mysterious island equals ancient treasures, equals the perfect place for me. By the Titans! That island is huge! Enough chatter, recruits. Get down there and report for duty. For the Federation! За Федерацию, ёпта. Ну, дайте полетать. Ну. Вот нехорошие редиски. Mm-hmm.
Принц тоже не отличается разнообразием. Так. Немножко поднимемся и заканчиваем. Что у нас деревья? Интересно. Справедливо, что ли? Печально. Очень печально. Я думаю, будет намного лучше в этом плане. Может быть, в ревизии справятся, но как-то не совсем. И не очень. Но задники сделаны отлично. Я думаю, прям рай настоящий. Ну что, попробуем упасть. Экстрим, ёпта. Ага, упали. Ну, это совсем не ММО, РПГ. Что это за ограничения такие детские? Печально, печально. Коридорный какой-то ММО. Кстати, облака двигаются. Дирижабли красивые. И дерево красивое. Жизнь. Ну, сами видите. Немножко поработать. И еще дополнительно. Правда, это нагрузку сильную создавало бы, но не в 2000 же году живем, ёпта. 2012 уже. В принципе, поиграть можно, побегать, но с Вовкой не сравнится, конечно, пока что. Все, всем счастливо, всем пока, до новых встреч.